Беларуси доля интернет-торговли превысила 8% розничного товарооборота или почти 6 миллиардов рублей. Онлайн-площадок в стране свыше 30 тысяч. Чуть более половины принадлежат юрлицам, остальные – ИП. Тенденции роста стали причинами новаций в соответствующем законодательстве. Главные цели изменений – упорядочить деятельность интернет-платформ и защитить права и интересы потребителей. Бобруйск-Агромаш пополнился новым оборудованием. В эксплуатацию ввели машину лазерной резки листового металла. На предприятии отметили, в рамках года качества его закупили и внедрили в заготовительно-прессовом цеху с целью оптимизации процесса производства. В Бобруйске проходит месячник безопасного труда в промышленных организациях. Продлится он по 5 сентября. Главная цель – предупредить случаи производственного травматизма, повысить ответственность руководителей. Работа мобильных групп обеспечит всю необходимую практическую и методическую помощь. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» продолжается. В этот раз спасатели приехали в оздоровительный лагерь Щадково. Сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах безопасности, как вести себя в лесу и на воде. Кроме того, детям наглядно показали, как работают пожарные, и дали самостоятельно воспользоваться огнетушителем, поуправлять напорным рукавом. В Бобруйске объявлен набор в секцию по гребле. В летний период тренировки проводятся на гребной базе «Березина» по адресу Береговая, 57. Зимой в плавательном бассейне «Лесной». Спортивные объекты полностью приспособлены к качественной подготовке будущих чемпионов. Записаться или уточнить все вопросы можно по телефону. Плюс 375 29 628 68 36.